твой вопрос, я хочу знать. Секс – это если случилась у мужчины эрекция, потом произошли фрикции, так. Потом эякуляция, так. Потом женщина изобразила оргазм, так. Все кричат гип-гип ура и хлопают в ладоши. Случился секс. Ты говоришь, что я тебя провоцировал там всякие вещи. Ты же понимаешь прекрасно, что я тебя провоцировал для того, чтобы передача была интересная, да? Ну, естественно. А женщин я на самом деле люблю. Ты же понимаешь прекрасно, что... Конечно же, я так не думаю, что... Это, скорее всего, что случайность, то, что случилось со мной. Нет, это, а не закономерность. Это очень хорошо, что мы обсудили эту тему, потому что я постоянно получаю такие вопросы. Я пишу статьи, которые никто не читает, а видео хотя бы люди посмотрят. Возвращать бывших стоит или нет? Вот. Хороший вопрос. Нужно смотреть индивидуально каждый отдельный раз. Ну как, вот Шнурову приписывают слова, я не знаю, уже ему там все, ему скоро Ленина уже цитат. Ну потому что Шнуров велик. Потому что Шнуров, да, второй Ленин. Да. Шнуров-Ульянов. А, ему приписывают такую фразу, что никогда не возвращайте бывших обратно. То есть она пришла и говорит, слушай, я никого лучше тебя не нашла. А если бы нашла? Никогда бы не вернулся. Ты понимаешь, то есть она походила, посравнила. Нет, блин, там Шнуров лучше. Вот ты любишь ее, вот прям плакать будешь. Вот отсеки себе руку, да? Но не возвращай ее. Ну, это вот. Личный выбор каждого, я считаю, отсекать или не отсекать. Нет, да, потому себе что что-нибудь. Предавший раз, предаст дважды. Нет? Все очень индивидуально. Иногда да, иногда нет. Вот моя бывшая считает, что. Ты так и знала, что это личная история. Моя бывшая считает, что... Надеюсь, она нас смотрит? Наверное. Ну, вообще, мне кажется, она не смотрит на мой канал. Моя бывшая считает, что... Она так говорит, 9 лет ада. Звучит 9 лет ада. Да, как название песни. У тебя очень много боли внутри. Я думаю, что это конечно повод для того, чтобы встретиться на лично вся с терапией, потому что, ну хочешь, мы можем поговорить публично об этом. То есть можно возвращать бывших, да? Иногда бывает, что это не просто можно, а нужно это делать, потому что человек возвращается совершенно другим. И я сейчас не только про мужчин говорю, ну, возвращающих женщин, но и наоборот. Потому что наоборот, тоже, знаешь, бывают разные истории. И иногда бывает, что человек, которому действительно надо было там, ну, посмотреть, да, это вот, я сейчас понимаю, так ты цитируешь Бирюкова, я натрахалась, вернем все обратно. Посмотри наверх, не ходи за эту дверь, а кого там встретишь, никому не верь. Не смотри наверх, избегай зеркал, до рассвета возвращайся в этот зал. Вот. Очень хорошая статья, я ее читала, прослезилась, прямо замечательная, да. Написала какой-то отзыв, после этого меня бомбардировали, как вот эти вот бывшие олени. На протяжении, наверное, полугода было очень интересно, но потом мне надоело, их заблокировала. Мужчина и женщина начали встречаться, у них там случились вот гормоны, любовь живет 3 года, это не на пустом месте придумано, а придумано вполне себе на биологических показаниях, скажем так. Вот. И через 3 года, когда вот эта страсть уже поутихла, она вдруг поняла, что елки-палки, я сейчас вот рассказываю про обиженных. Да, да, да. Она поняла, что елки-палки, у меня был единственный партнер, а может быть есть что-то еще вообще на свете. И вот она сходила на этот свет, например, да, поняла, что твою мать, какая же я дура. Вот если вот такая женщина возвращается, то ее есть прямой резон принимать обратно, потому что, да, потому что она больше экспериментировать не будет. Она уже это сделала. Вот. А если же такой вариант, когда, например, вот женщина с мужчиной поженились, и мужчина такой погуливал, ну, специально сейчас другую сторону, да, покажу. Он, например, там погуливал, а потом пришел, значит, она, скажем, там беременная или у них новорожденный ребенок, вот, он пришел и говорит, знаешь, я что-то понял, что я тебя не люблю что-то. И вообще ты разжирела и готовишь теперь плохо, и орешь на меня все время, плевать мне на твои гормоны. Ну, то есть мужчина, который не хочет ждать, когда его женщина находится в критической ситуации, в сложной. А вот эта ситуация, ну, которую я описываю с рождением ребенка, она для женщины очень сложная. Ну, это физиологически, понятно, гормонально, психологически, материально. И вот когда в этот момент мужчина уходит, а потом женщина справляется, ну, женщины, они же героические создания, как мы помним же, да, про задумку эволюции.
И когда женщина справляется, и вот она уже снова с прической, с маникюром и макияжем, и ребенок уже ходит сам, он уже умеет ходить на горшок, и при этом он становится очень милым, щекастым пупсом, и мужчина приходит и говорит, давай жить вместе. Вот здесь нет. А, ну понятно. Вот, понимаешь, да, разницу? Да. То есть каждый случай нужно смотреть индивидуально. Ну, а мне вот Корябыч говорит, нет, и все. Плюнул, забыл, вытекло. Слушай, ну раз говорит Корябыч, значит, нет, и все. Мы много раз, я много раз у него просил совета. Мы специально для этого покупали напитки всякие, которые помогают советоваться, да, беседовать на эти темы. Специально покупали напитки. И он мне сказал, нет, 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 Димуленочек. Ну, так он меня называет, Димуленочек, да? Он сказал, нет, Димуленочек. Убрал проблему и нет проблемы. Все, здравствуйте, до свидания. Передайте соль. Все, не надо больше, не надо. Все равно предаст потом. Это 100%. Угу. Ну, я Корябычу верю. Ну, раз Корябыч говорит, значит, верим ему, конечно. Я не могу, у меня нет столько квалификаций, чтобы спорить с самим Корябычем. Дружить, да, прикольно, все там, ну и встречаться, но вот жить вместе, да, это тяжело, напряжно. Лучше иногда просто там, ну, встречаешься там, там, спите вместе, не спите вместе, ну, это уже дело ваше. Может быть, роль семьи в нашем обществе переоценена? Может быть, это все бонд скорявый на самом деле? А ты сам как думаешь? Нет, я у тебя спросил. Ну смотри, если бы у вас не было семьи, как бы твои дети доросли до этих чудесных возрастов? Вообще они бы появились бы на свет? Так очень странно получалось, что пока мы дружили, а дружил я прям реально долго. То есть дружил я чуть ли не десятилетиями, да, с женщиной. Но когда я начал с ней жить, это происходило за 2 года у нас все. И только вот последний мой брак, он длился почти, ну, 9 лет, почти 10 лет длился. Ну, как бы, потому что я уже думаю, ну, что смеяться-то, ну, ну, тут все равно. Тут надоело уже не мне даже. Тут надоело наоборот. Ну, самое удивительное. Ну, раньше так было. Раньше мне надоедало быстрее, а сейчас я быстрее надоел. Вообще, это, конечно, странно, так не должно быть. Так вот, именно роль... А как должно быть? Должны ходить и поклоняться мне. Я поняла, да. А иначе ты олень. Ну так, а иначе ты олень. Ты либо альфач, либо олень. Очень классно. Третьего не дано. Очень смотри, классный подход. Именно вот роль семьи. То есть женщины, они типа, цель – это ЗАГС. Вот смотри, тут даже, я вот, смотри, даже тут, вот. Ты опросил 100 женщин? 100, да. И для них цель – это ЗАГС? Вот такой матриархат. 3 основные прошивки. Сексуальная провокация, чтобы привлечь как можно больше самцов. 2. Ранжирование. С альфачами будем спать, остальных френдозить. Из френдозы выбираем самое ресурсное и будем его окучивать для ЗАГСа. Но это же олени ведутся, схема работает. Это же написал Павел Бирюков, это же не ты придумал. Да не Павел, это не Павел Бирюков, это многие мужчины написали. И он не опрашивал ни одной женщины, это исключительно его личный опыт. Более того, когда я стала читать его истории, ну, другие, кроме вот этих вот заключений, и чтобы понять, как развивалась его мысль, я поняла, что у него тоже очень сильно болят прошлые жены. Вот. И, соответственно, вот эти вот глубоко идущие выводы он делает исключительно на основании своего личного тут пережитого много, опыта. Тут много Павла Бирюкова, ну, в этих словах. Ты знаешь, я также могу помахивать там кипами обиженных, угнетенных женщин, к чему это нас приведет. Нет, я бумага, а ты женщина. Да, вот, потому что, ну, они редко пишут, у них, когда есть дети, которых нужно содержать в одиночестве, у них обычно не остается времени для того, чтобы писать свои возмущения в интернете. Если
вот мы говорим, ну, как психологи, как уважаемые люди. Психолог-психологу. Да, то мы опираться исключительно на личный опыт. У нас должны быть какие-то контрольные группы, которые мы опросили. Мы должны смотреть, как эти группы жили, что там у них происходило в отношениях, почему они пришли к тем или иным выводам. Потому что вот это вот, есть, кстати, такая психиатрическая проблема, как обобщение. Когда на основании там 2-3, ну хорошо, 10 там случаев, ты делаешь вывод, что там все мужики такие, не, или ну, все бабы такие. Болят-то не женщины, болят-то предательство, на самом деле. Так же и мужчины болят, а предательство, правильно? Вот, да? Поэтому мы-то начали вообще с института семьи. Ну, то есть, а какие есть альтернативы, хочется меня спросить. Потому что, исходя из твоей личной истории, получается, что ты как настоящий альфа-самец пришел, увидел, осеменил. Я альфа-самец. А я не знаю, нужно делать тест? Как? Ну, ты хочешь сделать прямо сейчас, это время. Так вот, ну для того, чтобы понять социальную конституцию. А как это делается? Ну, есть тест еще советских времен, там просто заполняешь опросник и становится... А, штаны снимать не надо? А ты так хотел? Ну тогда сними. Внимание на экран. Прервемся на рекламную паузу. Это ты напрасно сделал. Я после паузы скажу, нет, это не альфа-самец. А доказать ты уже ничего не сможешь. Так вот. Ну ладно. То есть получается, что у тебя такое... Вернемся к нашим оленям. Да. К нашим оленям. Сегодня мы заслуженные оленеводы. Вот. Исходя вот из этой логики, получается, что, ну, как бы, логика для альфа-самца, она очень классная. Ты выбираешь омеговых женщин, которых ты осеменяешь и оставляешь их расти в свое потомство, уходя к следующей женщине. С точки зрения эволюции все прекрасно. Но дело в том, что мы немножечко, ну, как бы, перешли вот этот этап пещерного строя, и у нас сейчас есть некий социум, вот. И вот в этом социуме считается не очень правильным, когда, ну, как бы, женщина, которая физически не может сходить на охоту, должна тянуть потомство от альфа-самца. Вот. И вот в этой парадигме, конечно, ничего лучше, чем институт семьи, не придумано. И вот эти все истории там про чудовищную мзду алиментную там, и так далее, вот это вот все, это скорее нагнетание истерии, потому что по факту это так не работает. Нет, но государство женщин защищает полностью, а мужчин вообще никак. То есть... Именно поэтому у женщины ниже зарплата на одной и той же должности с мужчиной. Я тебе скажу, что... Именно поэтому женщине не идет в стаж работы 10 лет сидения с ребенком. Придешь в суд, и наверняка ребенка осудят матери. Я работаю психологом 10 лет. И вот случаев, когда ребенка отцы выкрадывали, через суд отсуживали, оставляя мать там, упуская ее по миру, сдирали обои со стен. Ну вот в моих случаях... Обои? Обои сдирали со стен перед тем, как уйти, да. В моем случае, в моей практике, вот таких вот вариантов больше 50%. Поэтому здесь я готова поспорить. У меня есть статистика, наработанная мною за 10 лет. Ты считаешь, что государство не матриархально у нас? Я не считаю, что государство, какое бы то ни было, я считаю, что государство само себе на уме. Его задача собирать с нас налоги и делать так, чтобы мы были послушными, верными рабами. А наша задача иная. Наша задача каким-то образом сохраниться ментально, психологически, эмоционально и быть психически устойчивыми к любым вызовам, в том числе от государства. И здесь, мне кажется, важно не устраивать вот эти гендерные войны, на которые ты меня подстрекаешь с начала первой минуты, а наоборот, искать какие-то точки соприкосновения, искать какие-то такие места, в которых мужчине и женщине, общие места, общие точки, в которых мужчине и женщине хорошо, в которых они могут созидать. И самое большое, самое главное, что они могут создать, это семья. И здесь сейчас не идет речь про детей. Здесь идет речь про отношения. Если будут дети, то это, несомненно, очень серьезная проверка для семьи. Насколько эта пара действительно состоялась? Насколько эта пара осталась эгоистичной? Или насколько они готовы идти к компромиссам друг с другом? Вот. И, собственно говоря, так. А, конечно, если вот рассуждать, ну, с точки зрения, там, что все должны друг другом пользоваться, то семья бессмысленна. Но тогда не будет и потомства. Сразу во всех мирах растворюсь, время пойдет назад. Робкими взглядами так боюсь что-нибудь сказать. Я хочу знать. Идея ясна? Идея ясна. Поэтому вот эти мужчины, которые жалуются, это, несомненно, омеговые мужчины,
которые, ну, вот так вот попали в такой переплет. Но в их утешение я могу что сказать. Конечно, омеговых мужчин всегда тянет к альфовым женщинам. Угу. Это закон биологии, это закон природы. Более того, если омеговому мужчине дать омеговую женщину, он не сможет с ней жить. Потому что эволюционно они, их пары невыгодны. Вот. Но есть и для таких мужчин есть шанс, чтобы не быть вот таким вот оленем, который, ну, как, пользуясь их терминологией, который снабжает самку ресурсом и потом бывает выброшенным, как использованное нижнее белье. Да, конечно, неприятно, я очень понимаю. Вот чтобы не быть таким оленем, дорогие мужчины, развивайте свою сексуальность, работайте над ней. Если у вас есть возможность, то... Записывайтесь. Приходите, научу, да. Если вам не очень приятно делать это, когда вас будет учить женщина, то я могу посоветовать вам очень много хороших психологов. Приходите, я вас научу. Он научит плохому, честно. Ну вот есть, например, мой любимый сексолог Андрей Любарский. Он живет в Крыму, а сейчас, как известно, Крым наш, поэтому все доступно. Любарский наш. Любарский наш, да, загуглите, и я думаю, у него будет чему поучиться. Вот. И тогда женщины альфа, самки, те, которых вы так желаете, и которых при этом не хотите там, ну, активно содержать, они будут стоять за вами в очередь. Я хочу знать соль твоих фраз, яд твоих губ, трепет твоих ресниц. Я боюсь утонуть в озерах глаз, покрытых тонким льдом, с тенью от сотен птиц. Срываюсь вниз в озера глаз, покрытых тонким льдом, с тенью от сотен птиц. Срываюсь вниз. Итак, все-таки расскажи мне, пожалуйста, вот твои женщины съездили на Алтай с тобой, покрутились, повертелись, подышали. Сам Алтай, даже можно там не крутиться, просто на Алтае побыть уже раз и все. Ты приезжает опять в город, хренакс, и опять вот все эти проблемы, все их затянуло обратно, и все. То есть оргазмов нету, мужики козлы. Потом олени становятся, потому что козлы сначала. Ну, что делать? Опять на Алтай ехать? Дело в том, что вот этот подход телесно-ориентированный, который я практикую в своей работе, он работает как мытье в душе. Нельзя один раз ходить в душ, помыться и потом всю жизнь быть чистым. Так не бывает. Жалко. Да. Поэтому здесь есть методики, позволяющие возвращаться в это состояние самостоятельно, без моего участия. Именно этим методикам я и обучаю женщин, когда они приезжают. Когда у них не остается сил, чтобы делать это самостоятельно, они, ну, бывает, что там повторно обращаются ко мне. А есть женщины, которым просто нравится вот находиться в этом обществе, в этой компании, они подпитываются. Ведь когда женщины не конкурируют, они усиливают друг друга. Получается такое сестринство, когда вокруг складывается дружественная атмосфера, безопасная для женщины, которая ее напитывает. И тогда этих сил ей хватает надолго. Но вот по моему опыту, если человек вернулся с тренинга, с такого, с телесного, и ничего не практикует дома, от слова совсем, а только еще каждый день убеждает себя в том, что вот ты говорил, да, про козлов и оленей, то тогда вот ей вот этих сил, накопленных на тренинге, хватит на 2 месяца. Потом, конечно, будет истощение и вот все, о чем ты рассказывал. А если она будет сама хотя бы минимально поддерживать это состояние, то она совершенно спокойно может существовать и без меня. Слушай, Рита, как ты относишься к тому, что 20-летние, 25-летние психологи учат стареющих женщин, как им бросить своих мужей и заскочить на там последнюю электричку и улететь в светлое будущее. Говорят, девочки мои, вы делаете все правильно, вы никому ничего не должны, ни мамам, ни мужьям, ни детям. Вы все делаете, идите, вы королевы. Сейчас вот вас, вы будете делать то, что я говорю, вам посыпятся алмазы, к вам придут настоящие мужики, сверху вы покроете все это своей любовью. Не сначала любовь, а потом алмазы, а сначала алмазы, потом любовь. И при том, что он все это то из Парижа, то оттуда, не будем приходить на имена и не будем говорить, кого учил, где я посмотрел это все. Да, хотя, конечно. И они говорят, о, где вы там, ой, вы сейчас на фоне Парижа, естественно. Дуры, он за ваши же бабки туда и ездит, то на фоне Парижа вас, а они же, ну это же платно все, понимаешь? И то есть они ему дают, они, он просто их хвалит, он то из Парижа, то из Нью-Йорка их похвалит, а они радуются, радуются, что
что их хвалят. Он оправдывает их. Ты начал с девушек 25 лет, а потом закончил мужчины, неким... юноши. А, юноши 25-летние. 20-25-летние юноши, они учат теток уже, как им бросить своих мужей и начать ночью жизнь, наконец-то. Здесь, опять же, нет общего знаменателя, нужно смотреть индивидуально на каждого специалиста, потому что я лично знаю как минимум 3 человек, которым сейчас вот до 30 мужчин, которые очень неплохо разбираются в женско-мужских отношениях и которых я могла бы рекомендовать, прямо по-честному. Вот. Ну, конечно, сейчас в нашей профессии есть очень много... Ну... Ссылочки внизу приведем, прямо на Ютубе, да, на канале. Вот внизу пусть смотрят. Серьезно? Ну а что, почему нет-то? Мы можем. Есть в наше время очень много, ну, как бы так скажем, немножечко недоспециалистов, да? Это людей, которые... Ну, почему-то вот решили в силу харизмы или там приятной внешности, или умения, хорошо поставленной речью, они решили, что они могут так зарабатывать деньги. Вот, и в этом случае все, как ты рассказал, это просто их бизнес, они умеют сказать те вещи, которые клиентка хочет услышать, говорят это ей. Вот, но дело в том, что эти специалисты, они отличаются тем, что их очень быстро раскусывают, потому что женщины не такие идиотки, какими кажутся на первый взгляд. Что для тебя музыка? Скажи мне, пожалуйста, что для тебя музыка? Да, жизнь. Жизнь, да? Понятно. Ты сама тексты пишешь? Да. Понятно. Вообще давно это, как, сколько это? Сколько это? Вот у тебя группа, ты поешь. Сколько это времени? Как долго это продолжается? Ну, первую песню я написала, когда мне было 5 лет. Потом как-то оно вот так вот пошло. Музыкальное образование я получала в церковной школе. В музыкальной школе меня Бог миловал, я не попала туда. Не попала? Если бы я туда попала, музыкантом мне бы не стать. Почему? Потому что я очень с большим трудом переношу давление. Отбили бы желание сюда? Скорее всего, да. Думаю, я дочку хочу в музыкальную школу. Да? Ну, бывают хорошие. Вот я пришла к выводу, что это нужно делать уже в сознательном возрасте. Сознательно. Да. Что тебя не заставили, а это самое твое решение. Да, у меня было именно так, и это было очень здорово. На тот момент я уже знала сольфеджио, ну, благодаря церковной школе. Что для тебя медитация? Я не знаю, о чем ты говоришь, потому что то, что я делаю, это, ну, в крайнем случае, динамическая медитация. Это когда ты что-то делаешь, и одновременно... А у тебя суфийские какие-то медитации? Да, и одновременно представляешь. Раскручивание. Ну, телесная вещь, да. Это дыхательные, двигательные методики. И одновременно с этим можно что-то представлять. И то, это делается исключительно для женщин, которые любят все фантазировать, представлять. У них такой очень ум, который может одновременно делать много вещей. И вот для того, чтобы их занять, им дается вот представление. Представляете, там, то-то или то-то. Когда я работаю с мужчинами, с теми же самыми телесными практиками, мужчины ничего не представляют, они просто делают, просто дышат, и этого достаточно, чтобы мужчина вернулся здесь и сейчас, в это состояние тела. А как ты считаешь, вот мы завелись из грязи или мы искусственно созданы? Ты имеешь в виду эволюционную теорию? Ну да, вот может быть нас Бог создал. Ты веришь в Бога? Да, я верю в Бога, но в эволюционную теорию создания человека я верю больше. Она меня больше, ну, убеждает. Дарвин выводит обезьяну, выводит Дарвина. Дарвин борется, обезьяна его побеждает, значит, Дарвин идет, пишет, что, значит, ну вот, эволюционная цепочка, значит, победила, потом обезьяна устала, Дарвин ее победил, значит, заборол, он пишет, что, значит, вот, человек это все-таки высшая ступень эволюции. Ты знаешь, я проучилась, первое мое образование высшее, которое я получила в первом институте, это учитель биологии и химии. И у нас был такой предмет дарвинизм. Мы изучали его 2 года со всеми выкладками. То есть там не только то, что там говорил или изучал Дарвин, да, а здесь и система систематизации животных. Это и
научно-доказательный подход. А знаешь, такие рисуночки были, рисуночки такие раскручивающиеся, и итог человек. Вот мне нравятся очень картинки такие в детстве. Да, это там, в старых учебниках, да. Там сейчас уже и нету таких картинок. Это туфелька инфузория, то есть все другое, третье, потом раз, рыба поползла, вот это все красиво. Если мы посмотрим эмбриональное развитие человека, то мы вот это подтверждение большой эволюционной теории найдем в онтогенезе. Мы больше материя или мы больше идея, скажи мне? Мы 50 на 50. Именно этим мы отличаемся от животных. Мерцаем. В большинстве случаев да, но если мы научаемся жить здесь и сейчас, тогда мы становимся гармоничными и полноценными, используя на 100% каждую из своих половин. Это неправда. Что для того, чтобы начать помогать, нужно сначала самому попасть в эту задницу. Конечно. Ну, такой подход имеется. Конечно. Это несомненно, я считаю. Мы недавно вот разговаривали с моим другом, он татуировщик, и Коля Коллекционов, про него есть тоже видео у меня на канале. И он татуировщик, он же тоже психолог. К нему же приходят сначала, а потом уже и поговорить, и рассказать. Ну и опять же вот эти вещи, они все что-то несут, он что-то рассказывает. И он тоже такого мнения, мы прям сидели с ним и считали, и разговаривали о том, что да, человек сначала должен пройти. Он говорит, ну откуда? Откуда вот у этой сопли вот такое вот, извините меня, значит, вот смотри, опыт. Ты так вот щедро говоришь, там, я психолог, он психолог, тот психолог и этот психолог, а у них образование-то какое? Просто для того, чтобы быть психологом, недостаточно еще быть умудренным опытом джентльменом, потому что у тебя, конечно, опыт есть, но он у тебя в единственном экземпляре, только тот, твой. Это вот как раз то, о чем мы с тобой говорили, когда ты размахивал... Рита, ну у тебя же есть образование? Конечно, когда ты размахивал этими бирюковскими сторонниками. У них есть один опыт, он у них общий на всех, но он у них один. Других опытов они не рассматривают в принципе, понимаешь? А психолог отличается тем, что он знает разные варианты, он знает, как в принципе возможно. И самое главное, чем психолог отличается от подружки на кухне, тем, что психолог может почувствовать, как для клиента будет лучше. Потому что твое личное хорошо может очень отличаться от хорошо клиента, от хорошо того человека, который пришел к тебе там, ну, за советом. И психологи, слово говоря, советов не дают. Сегодня у нас такая беседа, когда мы говорим про сферического коня в вакууме, да, там, ну, просто что-то о сексе, что-то о музыке, что-то об отношениях. Но если мы ведем какую-то индивидуальную сессию, когда к нам человек пришел действительно за помощью, здесь работают совсем другие механизмы. Личный опыт здесь, несомненно, играет роль, но не такую решающую, как принято думать. Ну, ребята, вот мы поэтому на самом деле не Рита задает нам вопросы, а мы Рите задаем вопросы. Именно потому, что у Риты есть образование психолога, понимаете? Вот в чем дело. Ну, в целом, да. Ну, ладно, мы как бы... Мы с Ритой поговорили много о чем, и много о чем можем поговорить. К сожалению, мы ограничены немножко временем. Я хочу сказать большое спасибо. Спасибо! Хочу сказать большое спасибо Маргарите. Еще раз хочу сказать, что у нас в гостях была Рита Мошкина, психолог с образованием. Очень хорошая вокалистка, прекрасный музыкант и просто красивая женщина. Спасибо тебе, Рита, большое. Спасибо. Я думаю, это не последняя наша встреча, у нас будут еще встречи. Если у вас накапливаются вопросы психологического толка, зовите, я с удовольствием обсужу. До новых встреч. Пока.